И о спорте. Закрытие зимнего спортивного сезона отметят массовым заездом лыжни Ангарска. Он состоится 2 марта в парке десятилетия Ангарска. Традиционно городские соревнования проходили перед областной лыжней России. Однако в связи с морозами мероприятие пришлось перенести. Сейчас организаторы готовят трассу к заезду. Из-за резкого потепления на лыжню пришлось дополнительно завозить снег. Солнышко это тоже хорошо, весну ожидаем тоже хорошо. Поэтому ждем ангарчан на хороший просто семейный отдых. Прийти, погулять, возможно, покататься кому-то. Ребятишкам усиление делаем очень сильно на детский заезд. И каждый ребенок получит в младшем заезде и медаль финишера, и сладкий приз. Кроме лыжных гонок, гостей мероприятия ждет обширная развлекательная программа, полевая кухня и горячий чай.